Сказочные персонажи оживают и в изобразительном искусстве, и в техническом творчестве. Участники Дельфийских игр, которые впервые проходят в нашем регионе, готовятся к финалу конкурса. Каждый ребенок по-своему интерпретировал образы любимых героев. Макару Павленко всего 8. Своим выступлением на фортепиано он перенес слушателей в страну гномов. Мальчик исполнил композицию Паула Цильхера. Мне она нравится, я с ней выступаю, потому что она такая задорная, веселая, такая энергичная. Алиса Рябушкина на суд жюри представила сразу 5 своих работ, каждая из которых отличается техникой выполнения. Здесь и живопись, и графика. На лист бумаги девочка перенесла образ мышки-нарушки, Золушки и даже мальчика-звезды. Сказки – это наша фантазия, это выдуманная история, это интересно. В сказках есть разные герои. Их очень интересно рисовать. Гриша Юдин в свои 8 лет силен в народном пении, умело играет на ложках, а сейчас еще и осваивает баян, вдохновившись мастерством учителя. Я играю на разных инструментах. Ложках, трещотках, тамбурине, бубне, свирели, жилейке. Но больше всего люблю ложки. Оливер Злобин – самый юный участник, ему всего 6, но, несмотря на возраст, он знает, как собрать гоночный болид. Оливер уже определился с будущей профессией и точно уверен, кем станет в будущем. Я думаю, полно лего, я умею это все собирать, я буду программистом лего. Конкурсные дни завершены, впереди торжественное награждение победителей и участников. Финал пройдет 5 июня в Александровском парке. Из 700 детей будут выбраны лучшие. Также определят победителя гран-при, который получит спецприз. Детей ждет стилизованная программа по мотивам сказки «Незнайка», а также сюрприз от организаторов. В качестве подарка участникам игр и просто посетителям парка в этот теплый летний субботний вечер 5 июня мы приглашаем для выступления на сцене победителя шоу «Голос дети», участника также шоу «Синяя птица» и обладателя гран-при и победителя различных вокальных конкурсов Кузакова Валерия. Также 10 участников школ искусств получат стипендию губернатора «Молодые таланты» Ульяновской области. Всех желающих приглашают на гала-концерт в Александровский парк с 15 до 18 часов.